Акталиевы, Мейсиговы, Талдиевы. На этом кладбище покоятся представители разных фамилий Ингушетии. Третий месяц здесь идут работы по его реконструкции в рамках масштабного проекта благотворительного фонда «Сафмар». О благоустройстве территории всех кладбищ в республике глава региона Махмуд Али Калиматов договорился с основателем фонда Микаилом Гуцериевым. В течение 2 лет в Ингушетии благоустроят все мусульманские и православные кладбища. С мая по сегодняшний день на местном захоронении уже выполнен огромный фронт работы. По проекту 40 сантиметров, а чего ты ж? 60 метров, а чего ты ж? 40 сантиметров, лаки, халиш, лестничный, халхабя, бетон, а чего ты ж? В основном бетон, хала, малханаж. Обновлена ограда протяженностью 900 метров вокруг всего кладбища. Также теперь и с грязью можно попрощаться. Полностью заасфальтированы площадка и подъездная дорога. Построена молитвенная комната с небольшим навесом, а также установлена беседка. Местные жители очень довольны происходящими изменениями по благоустройству кладбища. Реконструкция кладбища идет по всей Ингушетии. 33 мусульманских и 7 христианских захоронений преобразят до конца этого года. Каждый проект индивидуален. При его реализации учитываются пожелания местных жителей. Последние, в свою очередь, помогают всем, чем могут. Идрис Ижиев, Асхаб Элакиев, Новости 24.